Друзья, всем привет! В очередной раз вот приехали мы в Завьялово отдохнуть, порыбачить. Только что съездили, поставили поставки на живца. Вдруг он поехал порыбачить, поблеснить. Я сейчас начну располагаться. Приехали мы в 5 утра, сейчас время где-то 6:30. Опять же, наше вот это вот красивое местечко. Будем здесь находиться 3 дня. Рыбачить, отдыхать, жарить шашлыки, ну и так далее. Ну и пока утро и нечем заняться, решил сбегать вот на такое вот красивое озеро. В том году здесь ловил карасиков. Может быть, и сегодня что-то попадется. Сейчас будем посмотреть. Хочу половить на поплавочную удочку. В качестве наживки будет червь. Часик посижу, да потом пойду уже готовить. На удилище кормушечка и 2 крючка. Посмотрим. Только выключил камеру, сразу же такая хорошая поклевка сейчас была. Пока что идут мелкие-мелкие поклевочки. Вот если вы сейчас видите, это скорее всего мелочевочка пока. Интересуется червями. Вот, друзья, и первый мой сегодняшний улов. Такая вот мелочевочка. Расти большой. Ждем нормальную рыбу. Хоть мне больше всего и нравится рыбачить на донке, на фидер, но в поплавочке, именно в поплавочной рыбалке, есть свой такой неповторимый кайф. Именно наблюдать за поплавочком, смотреть вот эти вот маленькие мелкие поклевочки. Ну, в общем, просидел я около часа. Попадается одна мелочевка, как я вам одного показал, других даже не стал снимать. Ловлю, отпускаю. Пора идти уже в сторону нашего места дислокации, готовить завтрак. Так что порыбачим мы позже, а сейчас передвигаюсь к нам на базу. Ну вот, пришел я на базу, начал кашеварить. А в это время вон друг мой поехал в очередной раз проверять наши поставки. Вон, видите, может быть, еле-еле его заметно. Проверяет. Сейчас скоро подъедет, начнем завтракать. Уха уже варится, так что все у нас уже в порядке. Ну и вот, пока я кашеварю, друг поехал, проверил наши поставки, вот уже что попалось. Вот, поехали, проверили в очередной раз поставки. Поймали всего лишь 2 судачков. Сейчас на берег приплывем, покажу. Вот, друзья, очередная проверка наших поставков. Вот пара таких судачков попалась. Рыбачим дальше, у нас еще пару дней впереди. Топаю на рыбалку, вот ужик попался. Ой, напугал. Очередное утро, пришел опять вот на свое любимое место на рыбалку. К сожалению, у меня сломалась экшн-камера, поэтому как мы ловили судаков, не удалось заснять. Но судаков мы уже тоже неплохо поймали. Сейчас пытаюсь поймать все-таки своего жирного карася. Видно, не видно, вон положил поплавок у меня. Вот так делает карась. Видите? Точно карасик, но маленький.
конечно же, таких мы отпускаем. Поклевочки идут такие слабенькие. Пока что ловится мелкий-мелкий карасик. Как вы вчера, наверное, видели, тут еще, оказывается, ловится елец. Я вчера их поймал там с десяточек, наверное. Ну, также сильно маленькие, я их отпускал. Уже поднялось солнце, начинается жара. Побаловал я себя поплавочной рыбалкой где-то с часик. Пойду сейчас опять на территорию базы. Сегодня здесь попадаются только мелкие карасики, но я их ловлю и отпускаю. Так, ради удовольствия сижу просто. Ну вот и все, друзья, пролетело 3 дня как одно мгновение. Поехали мы домой, отдохнули классно. Всем пока.